Настечка. Малышка вишневого цвета. Огонь. Все будет кайф. Попробуй блокчейн медиа. Все будет кайф. Попробуй блокчейн. Все будет кайф. Так, ребят, привет. Новый влог. Хочу сегодня поговорить о рынке криптовалют в целом. Что происходит и самое главное, какая позиция у меня и у нас, у ProBlockchain Media, у Славы тоже. Никто не знает точно, куда пойдет рынок. Это совершенно понятно и очевидно, я надеюсь, каждому. Поэтому у нас стратегия следующая. Те криптоактивы, которые мы накапливали в течение достаточно продолжительного времени, мы их практически ничего не фиксируем. Криптовалютные активы мы постоянно накапливаем. То есть это, мне кажется, что это одна из самых нормальных стратегий в долгую, потому что у тебя нету как бы фома, если у тебя трекшн 3-5 лет. Любые трейдерские действия, которые вы совершаете, они могут выбить вас из рынка. То есть вы, допустим, фиксируетесь на отметке, предположим, что сейчас просто откат и никакая не коррекция, вы зафиксировались по $3000, а эфир поехал, к примеру, на 10 тысяч, тогда очень становится дискомфортно. Поэтому вы просто выходите из рынка, надеясь на то, что... И хорошо, если вам повезет, то есть, что вы вышли на 3 тысячи, и рынок откатился на 1000, и вы обратно откупились. Это хорошо, если так получается, и дай бог всем. Но очень неприятно становится, когда вы выходите из рынка. Уже совсем скоро появится, ребята, стейкинг Liquidity DOT и Акалы, поэтому мы ждем. Где-то сегодня-завтра уже должно все это запуститься. Вот на сайте appmandalaakala.network. Скорее всего, можно будет стейкать акалы, даже которые у вас находятся на вестинге. Ну, поэтому как бы ждем, что оно будет. Вот тут уже, видите, все активы. Как бы. Пока что это еще тестнет, но в ближайшее время, я думаю, что будет обновление. Вот здесь есть вкладка Governance, уже есть кошелек. Mint.ust, ну все, короче, четко. Ждем обновления атаковых. Немного снежной Москвы вам в ленту вокруг, видите, какая красота. Снег, все. Значит, с каким хотел поделиться мыслями. Мы вот уже 2 недели, наверное, рассказываем про Lux, да, там про какие-то там другие проекты Макс рассказывает, там на Minex, еще что-то. И оно кажется вам вот это вот волшебное слово, ну такое, да, что-то непонятное. Вот, при этом вы спрашиваете, а стоит сейчас заходить или не стоит заходить. Вот у нас сегодня эфир был, вот, и мы показывали Lux, что с Lux получилось. Значит, примерно неделю мы на Lux фармили, там APR этот прыгает от 750 там до 800, до 900%, даже 1000 показывал, и он двойной. Я напоминаю, что да, половина примерно из этого APR идет сразу в эфире, а половина идет в токене самого проекта Lux. И вот сегодня на Dune Analytics смотрели мы сравнение между OpenSea и между Lux. Так вот, по объемам за момент вот это там полторы недели, как Lux запустился, значит, объемы у Lux примерно 4,6 миллиарда, а у OpenSea за это же время 1,6. Ну, то есть, как бы почти в 3 раза, да, опережает Lux по объему, но это из-за того, что там запущен фарминг. То есть, люди, те, которые торгуют и сами там у себя покупают, перепродают эти NFT-шки, они, соответственно, получают кэшбэк в процентах вот этого к себе на счет. Это тоже интересная такая механика. В общем, ребята применили прям DeFi 2.0 к атаке на OpenSea. И она успешно получилась. Нельзя этого отрицать. И еще супер важная новость. Значит, те ребята, кто покупал на Копере, получили эксклюзивный airdrop токенов DDAO. Они сразу торгуются. Проверяйте на нашем телеграм-канале про блокчейн. Собачка про нижнее подчеркивание блокчейн. Переходите, смотрите и забирайте. Они у вас на вашем кошельке сразу появились. Это очень-очень здорово. Go. Сюда. Огонь. Как там дальше будет с токеном, да, Lux? Будет он падать в цене, не будет. Но я вижу одно, что Alameda, это довольно умные ребята, да, у которых есть специальный бот, и мы его отслеживаем. И в каждом видео в нашем есть ссылка, значит, в описании на этого Smart Money Alert Bot. Вы можете тоже, как и мы, следить. Так вот, что он делает? Он в первые 3-4 дня
затарился крепко этим лукс, застейкал его, вот, и через ликвидность, и через просто стейкинг, да, и они довольно много получают сейчас этого лукс, плюс они довольно много получают эфира. Эфир они накапливают, а лукс последние 3-4 дня они продают прям супер активно, по любой цене. Вот сейчас цена на момент записи этого кусочка где-то 5 долларов 10 центов, и они все равно продолжают продавать. Поэтому как вам поступать? Стоит сейчас в лукс заходить? Я не знаю. Но если с точки долгосрочной перспективы, в принципе, проект смотрится неплохо, токеномика у них спланирована вроде бы грамотно, и по объему они продолжают атаковать. Может, еще что-нибудь интересное предложат или какие-нибудь эксклюзивные коллаборации с художниками, я пока не знаю. Мы следим, вот, не продаем, еще удерживаем. Как продадим или выведем позицию, я отдельно об этом скажу. Наша стратегия такая, что мы постоянно накапливаем активы. Если уж прям супер сильно иксанул актив, то мы как бы фиксируем позицию. Поэтому нам далеко без разницы, куда пойдет рынок. Если он будет корректироваться, мы будем откупать. Я вчера в Аве взял под залог той криптовалюты, которая у меня есть, я взял 10 тысяч USDC. И докупил еще на 10 тысяч USDC матика. У меня матика уже прям много. И посмотрим, что он покажет в ближайшие 3 года, будет это профит или нет. Вот так примерно мы двигаемся по рынку криптовалют. Хотите повторять за нами, повторяйте. Не хотите повторять, не повторяйте. Хотите повторять за трейдерами, делайте ради бога. Просто как бы наша вот позиция. Я не думаю, что она правильная. Я всегда считаю себя наиболее тупым и никогда не претендую быть самым умным. Но в долгую я понимаю для себя, что эта стратегия позволит мне не оказаться вне рынка. Вот там в течение 3-5 лет, возможно, это будут прямо иксы. Вот и все. Всем пиз! Значит, вот вам недельный отчет по LuxRare. Сейчас, на момент записи, цена у него 6.72, 24% он подорожал за сутки. Значит, мы часть позиции своей вывели. Я смотрю, просто Alameda продолжает активно продавать. У нас теперь он тоже остался бесплатный. Те ребят, которые там 3-4 дня назад спрашивали, да, когда цена была там 4.50, 4.70, стоило заходить, не стоило. Ну, как оказалось, ведь и стоило, но никто не мог знать будущего, что он продолжит расти. Хотя в целом экономика здесь прикольная. При этом, значит, 695% APR у него, 385% в эфире, 310% в самом токене Lux. Мы, часть позиции у нас была 11 860, да, мы 7 тысяч продали, и 4 860 луксов у нас, получается, остались бесплатные за счет разницы курса. То есть они у нас остаются на стейкинге. Соответственно, в луксах на них же тоже идет вознаграждение, постепенно оно здесь появляется. И, соответственно, внизу у нас, вот мы уже выводили, получается, 0.56 эфира мы выводили, и еще 0.93 эфира, ну, то есть суммарно почти 1.5 эфира у нас еще накапало в эфире. То есть это все мы потихонечку отсюда будем забирать, и как бы вот так вот такую позицию оставляем и будем фармить. А стоит ли продолжать вам, допустим, держать или наоборот сейчас заходить, я не могу знать, как оно дальше будет. Для нас теперь этот токен бесплатный, мы продолжим его, естественно, держать. А будет он расти, да? У нас дальше будут объемы и все будет. Ну вот пока вот так это выглядит. График за 7 дней, вот он просто отлетает наверх. Если посмотреть, где там у нас Duna Analytics, что произошло за вчера по объемам, вы видите, по вчерашним объемам на 19 число, просто вот зеленая вот эта шкала, да, столбец, это объемы LuxRare. 822 миллиона объема против 194 миллиона объема OpenSea. То есть объемный фарминг, то есть люди заходят, фармят, это те киты NFT-шные, которые имеют много NFT-шек и имеют много эфира для того, чтобы здесь проворачивать сделки и, соответственно, получать кэшбэк в эфире. То есть им вот так вот здесь еще есть отдельная вкладка, которая называется Trading Rewards, и здесь распределяется Lux за то, что они торгуют. То есть он сам у себя покупает, да, он платит 2% комиссии непосредственно LuxRare, но он хитрый парень, да, он застейкал, во-первых, вот здесь определенную сумму большую, да, ему летит здесь, и ему летит часть кэшбэка сюда в эфире, плюс ему еще летит вот сюда комиссия в луксах, да, за трейдинг фи, и они для себя посчитали, что в целом получается в плюс. То есть если у человека есть в стейкинге часть, он
вот сюда получает кэшбэк, и он еще получает достаточно большой кэшбэк, получает в луксах. Соответственно, если он проворачивает сделку на 15 тысяч эфириумов, он по кругу остается в плюсе. И плюс еще и токен у нас, да, немножечко дорожает, видите, да, то есть прям все отлично для ребят, которые здесь сейчас дико фармят и проворачивают такие вот сделки. Имейте это в виду. А 206 токенов GGM на $58. Не густо, скажем так, честно говоря, нам насыпали. Но в целом, как бы, это тоже нормально. Они просто могут резко почему-то подорожать, поэтому я не тороплюсь их продавать. В прошлом видосе записывали идею по LuxRare, о том, что можно, значит, взять, просто купить токены, застейкать у них на платформе и что-то с этого получить. Ну, в общем, мы с Максом, кажется, не поленились, взяли, сделали, и вышло классно. Крутой APR сейчас на фарминге, 292%. И была смарт-идея не продавать на Minex после того, как они запустили на MiSwap. Видите, застейкано 11506, это уже с учетом того, что капает сверху сам токен, да, застейкали мы где-то около, там, допустим, 11 тысяч токенов, уже нам 500 токенов накапало, можете посчитать сами, по цене $4, допустим, в среднем, да. Скорректировался токен BIT, поэтому мы сейчас прямо его возьмем и купим. Все, теперь у нас BitDAO 3778. На $7100. DAO Hunters, значит, запустил инцентивайз-программу, как и обещали, в понедельник. Значит, на Гейзере это все дело запущено. Все ссылки и посты есть в Телеграме, есть статья на Medium, уже, наверное, все вышло. И, возможно, в описании к этому видео мы добавим. Ну, значит, мы с Максом наши токены взяли в кучу, собрали и тоже закинули туда. То есть, вы видите, наша, значит, доля в пуле $119,000. А вот мы уже целых $2 заработали. И вот так выглядит пул. VETH DDAO, это, значит, токены ликвидности на суше. Вот, собственно, мы застейкали свои токены. И, значит, в награде у нас сам DDAO, видите? Огонь. Все будет кайф. А про блокчейн медиа. Все